Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out. Yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt. Yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down. I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your fucking clout. It be raining now. I keep. Друзья, всем привет! Вы на канале Азия Китай. С вами Андрей. Сейчас здесь шумно, громко, потому что я нахожусь на фабрике. В общем-то, меня привезли сейчас на фабрику в Китае. Фабрику эту я нашел на кантонской ярмарке. Вот здесь вот тут. Давайте зайдем, посмотрим, что они производят, чем они занимаются. Вообще, они производят очень классные раковины со множеством режимов. Тема эта популярная в России, поэтому сейчас мы прогуляемся и посмотрим, что нам предложат. Окей. Ну что ж, сейчас вот я зашел в шоурум. Шоурум огромный, здесь очень много различных моделей. Давайте пройдемся, посмотрим и пообщаемся с китайцами по поводу их стоимости. В общем-то, самые интересные модели, как по мне, представлены вот здесь. Сейчас китаянка мне продемонстрирует все достоинства, как пользоваться такой умной раковиной и какие режимы есть. Друзья мои, я приехал на эту фабрику совершенно не случайно, а по заказу, потому что клиент покупает довольно-таки большую партию этих самых раковин. Также, если вам интересно закупить эти товары или какие-то другие, я напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, где вы можете со мной списаться, а также в своей телеге я регулярно пощу различные интересные вещи о жизни в Азии, в своем быте в Китае, поэтому подписывайтесь также и на мою телегу. В общем-то, смотрите, вот так вот раковина может смотреться в интерьере. И есть множество различных вариаций у них. Фишки вы уже увидели. Выглядят они прикольно. Это такие более простенькие модели, которые можно найти без проблемы у нас. Все же самое интересное было представлено вот здесь. Вы видите, как правило, к этим мойкам идут различные вот такие вот штучки, держатели, доски и все связанное с ними. То есть максимально просто, максимально удобно и максимально комфортно. Вот смотрите, вроде как простенькая моделька, да, но она имеет вот такой же выдвижной шланг с разными режимами работы. Имеет также здесь для моющего средства отделение. В общем-то, простенько, немного и, как по мне, очень практично. Вот такая вот еще моделька. How does it look? It's interesting. Окей, got it. То есть увидели, как он складывается, очень компактно, тоже практичное решение. Ага. Окей, I understand, that's good, all right. В общем-то, здесь такие модельки уже побольше для большой явно кухни. И смотрите, как все продумано у китайцев. Вот эти штучки, материалы, они очень дешевые сами по себе. Да, их можно купить отдельно, но здесь они все ими комплектуют, чтобы чуть увеличить стоимость, ну и показать вам уже готовое решение. В общем-то, конечному покупателю тоже это будет очень приятно. Смотрите, в общем-то, здесь китайцы нам показывают практичные решения. Да, все максимально просто, но практично. Вот такие вот различные подставки для раковин, различные держатели для тарелок, для сушилок, для всего-всего-всего. Вот видите, эта модель, насколько она продумана, тут есть по бокам отделение, куда можно повесить все, что вам необходимо. Да, можно это все купить отдельно, но посмотрите, что вот здесь вот, это все идет в комплекте, уже готовое решение, что реально очень классно. Так, здесь у нас представлены модели кранов, их также широкий ассортимент, большой выбор. Меня заверяют, что все вот это они производят здесь. Все также можно приобрести по отдельности, но будет зависеть все от партии. То есть вы видите, вот какие интересные новинки у них есть с разными режимами, с разными регулировками. И в принципе можно подобрать что-то оптимальное, что-то универсальное, что будет интересно вашему конечному покупателю, а также можно даже договориться здесь и разработать свой дизайн, нанести логотип. В общем-то, все сопутствующее тоже здесь представлено на этой фабрике.
Вот так вот дорого-богато вас встречает раковина золотая. Главный мой вопрос, что это очень красиво, конечно, но насколько практично и сколько может продержаться блеск, лоск вот этих всех материалов, учитывая, что кухня для готовки, здесь все будет грязное, не знаю, но китайцы заверяют, что все очень качественное. Также представлены вариации, возможные варианты того, что можно здесь купить. Так как мы говорим о конкретной партии и, само собой, мы будем заказывать эти раковины под себя, то сейчас мы вместе с вами, друзья мои, отправимся на производство, и я покажу вам, как, собственно, их собирают. Ну что ж, это, собственно, сам завод. Здесь уже готовые образцы. Давайте пойдем в цех. Пока китаец проводит мне экскурсию и рассказывает о своем производстве, вы можете посмотреть и увидеть своими глазами, как выглядит реальная фабрика в Китае. Да, именно вот так. Это не маленькое производство, это большая серийная фабрика, хотя здесь также используют и ручной труд. В общем-то, основываясь на моем опыте, вот именно это производство, оно действительно очень качественное. Вы можете посмотреть, как работают здесь люди, как работают здесь местные китайцы, они все в масках. Они все в форме, они все в различной защите. В общем-то, уровень производства довольно-таки высокий, как и качество товара. Хотя, как мне поведал сам владелец этой компании, качество может быть разным. Здесь может использоваться как высококачественная сталь, так и вторсырье. Соответственно, и прайс будет очень сильно отличаться. В общем-то, эти ребята готовы сделать все, исходя из ваших потребностей, а также в зависимости от того, что вам понадобится. Нужен ли вам супер дешевый сегмент из вторсырья, который не прослужит долго? Либо же вы хотите продавать под собственным брендом высококачественный продукт? Гарантия, кстати, на хорошую, качественную технику будет от 5 лет. И китайцы за это вполне себе отвечают, что может быть прописано в контракте. Также, если вы хотите заказывать и производить продукцию под своим собственным брендом, то все необходимые логотипы вам здесь нанесут. Конечно же, в таком случае партия должна быть отнюдь не маленькой. Часто меня подписчики спрашивают: «Андрей, а как убедиться в качестве? А можно ли купить розницу? А можно ли приобрести образцы?» Да, все возможно. Можно купить образцы продукции, можно купить отдельные модели в розницу. Однако прайс при этом будет относительно недешевый. Но, друзья мои, это стоит того, если вы закупаете пробную партию как минимум на $1000, вы сможете убедиться в качестве, в параметрах и понять для себя, подходит ли вам этот сегмент, этот товар или нет. Также, что касается именно этого производства. Эти китайцы, они очень хорошо идут на контакт, готовы вас услышать и пойти навстречу. Если вы хотите модернизировать их продукцию или внести какие-то изменения, то эти ребята всегда пойдут на контакт и оговорят все возможные варианты специально для вас. Ну а мы сейчас заканчиваем уже нашу прогулку по фабрике. Китайцы заверяют, что каждая единица продукции проходит тщательный контроль. В завершении китайцы все сверяют, подгоняют при необходимости. Собственно, как сейчас делает вот этот вот рабочий. Обратите внимание, что работают все в масках, в перчатках, в специальной форме. И, в общем-то, отвечают эти китайцы не только за качество продукции, за упаковку, но также и за своих сотрудников. Кстати, интересный факт. Зарплата сотрудников на этом производстве начинается от $1000. И, само собой, за чашку риса в Китае уже никто давно не работает. Как вы видите, качественная продукция, фабрика действительно годная. С этими ребятами можно вести дела, я их крайне рекомендую. Поэтому, если у вас есть интерес в закупке товаров из Китая оптом, в частности, этих умных раковин, либо другой продукции, пишите мне, я всегда на связи и буду рад с вами пообщаться. Ну что ж, друзья, вот такая вот фабрика по производству раковин, кранов и всего необходимого для кухни находится здесь, в Китае.
Если у вас есть интерес по закупкам товара именно с этой фабрики, напишите мне, и мы договоримся об условиях, и я пришлю вам пресс-лист. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До скорых встреч в Азии. Всем пока!